Сергей Величко, главный тренер команды КФУ. Второй этап нашей команды закончился, первая игра закончилась со счетом 2-1 в нашу пользу. Как вообще игра, были ли сложности и поставленные задачи выполнены или нет? Ну, в общем-то, конечно, были сложности, играли с сильной командой. Перед этим они максимально взяли очков, 9 очков. Готовились, смотрели их, знали, что будет тяжелая игра, вязкая, но не дрогнули, реализовали свои моменты, еще могли реализовать, конечно. Ну, в общем, поблагодарю ребят, молодцы, была команда на поле. Как считаете, у команды соперников были шансы сегодня выиграть команду КФУ? Я думаю, было у нас больше шансов выиграть со счетом 3-1, чем у них сыграть на ничью. А почему все-таки не удалось еще забить один гол завершающий, который так хотела команда яростно забить, и вот, к сожалению, не получилось? Ну, не смогли забить, потому что мастерство соперника, хорошая команда, плотно играют в обороне. Поэтому не забили, вратарь у них хороший, мы следили за этим. То есть, ну, ребята молодцы, два забили, нам было достаточно для победы. Какие планы на дальнейшие игры, которые вот ближайшее будет завтра проходить? Ну, максимальные задачи ставим, на каждую игру выходим, чтобы выигрывать. Спасибо большое.